полбока. Вообще такой красивенький. Постриг недавно. Отвертки. Так, по порядку. Что мы тут должны видеть? Там пружинки вижу на месте, труба на месте, да? Да. Так, дальше. Все вот эти штуки, разъемчики все на месте. Должны быть. Так, чик-чик, чик-чик. Так, все это есть. Это здесь. Так, пружины. Вместе. Так, это есть. Тут забрызана эта вода. Так, охлаждающая жидкость. Тут, в принципе, этот бачок выше, поэтому тут можно теоретически не смотреть, но лучше посмотреть. Ну, есть, да. Дальше смотрим поверхности. Так, здесь вот коптом все ли закручено, ничего ли не. Угу. Есть теперь. Это зад? Раз, два. Не, это вода, не вылишила. А. Так, тут все за. Раз, да. Все должно быть одето. Так, трубку вижу, трубку вижу. Нормально. Так. Надо посмотреть, включено зажигание. Выключено. Выключено. Масло. Да, маслечко. Ставим сюда, чтобы потом капот не мог и закрыть. Так, пружинки на месте. Масло нормально залито, по-моему. А мы же должны покрутить и потом померить. Помнишь? Ага. А сколько нужно оборотов сделать? О! Так что, а ты не там снимешь? А, ты там спрятал? Ты давай я тебе такую сухую дам. А? Сухую могу дать, там есть сухая. Тряпка где? Салфетка. Дай на всякий случай. Тряпка там все чистая из багажника. Все ходы записаны. А я эту одну себе, одну себе. Так, смотрим. Маслечко. Маслечком она. Помнишь, как эти Равшаны шумшуты? Я их особо не спрел. Нормально. Достаточно. Скажем так. Так, есть, да? Масло закрыли. Так, смотрим. Там музыка есть. Все шланги. Глазовые, да? Да. Ну, там, в принципе, поворот на место. Что-то не встал. Хорошо, встало на место. О, о. Теперь то, чем ты. Так, стоп, вправо.
Право или влево? Что-то забыл. Право. Право. Не хочет. Попробую правой рукой. О, справа работает. Значит, я правша, у меня право только побольше будет, чем левое. Закрыл? Давай, сейчас докрыл. Ну, ладно, до конца я. Правильно. Закрыт. Инструмент. Ключ. Как бы да. У меня с собой тоже такой есть. Так, дальше. Открываем планер. Смотрим. Амортизатор? Да, амортизатор. Дальше. Кстати, топливо сливали? Ну, это конденсат сливали? Нет. С топливом. Надо прямо сделать, заправить его и поставить вверх. Нет, ну просто. Пошевелите. Да. Возьми. То без него не пустят обратно. Я, наверное, рюкзак свой возьму. Там есть куда его положить, да, будет? Да. Сзади. А что за какой люфт, непонятно. А, чуть-чуть есть, да, вот. Нормально? Ну, штрал в любом случае на этом стоит, да? Так, а тут мы смотрим. У нас вот шпилька раз и шпилька два, да? Да. И там крыло вверх. А я тут еще вижу, тоже шпилька есть. А это... Тоже шпильки. Я думаю, пока долетим, он сдует все нахрен. Не браться. Управлять, если не браться. Или имеется в виду, что не браться именно за этот, за... Ну, чтоб народ там, знаешь... Дальше. Требования этого... А, для безопасности. Безопасность на транспорте, NTSB. Ага. Так, у нас тут раз, два. И там третья есть. Внизу. Скайп булькает. А вот, кстати, крепление. Ну, может, это ПВД? ПВД не налили. Ага. Далеко. Ну давай. Смотрим. Показывает? Не-а, не показывает. Ну, о, дернулось. Чуть-чуть дернулось. Продует. Внутри. Пошли внутри, смотрим. Педали. Так, мне на последнюю. По заказу, так сказать. Угу. Работает. Дайте по трубу.